отправляемся в путь. Путь не близкий, часиков на 18. Прощаю классные дороги. Паха, ты готов? Судя по всему, готов. Поэтому с паханом мы пропашем весь Северный Ледовитый океан и вернемся обратно. Ну что, в дьюти-фри пойдем? Опа! Давай нормальную машину возьмем. Что с твоими руками? Паха! Е-мое! Паха, ты тоже скучаешь? Дома. Но судя по выражению твоего лица, я думаю, что да. Паха, ты на дорожку присел. Смотри у меня. Если будешь косячить, оставлю тебя в Штатах. И янки будут над тобой издеваться. Ну что, Паха, это Челябинск. Несколько клубней конкретного дыма. Ну что, Паха, готов? Отправляется в путь. И это Челябинск. Паха куда-то побежал. Паха, ты не отставай, а то там паспорт взял. Да, кстати, паспорт взял. Пашка, паспорт взял. Пашка. Че, Пашка, полетели? Полетели. Первым делом самолеты. Паха, че, в дьюти-фри пойдем? Смотри, там сколько вкусного. Пойдем, нет? Че ты улыбаешься? Пошли. Вот с нас билеты спросили. Блин, а Паха вообще без билета полетел. Я думаю, че он такой довольный? Потому что без билета я бы тоже классно летал. А пришлось только денег заплатить. Блин, а он халявщик вообще. Я прям не ожидал такого. Вот садимся в самолет. А Паха полетит как безбилетник. Вот так. Посмотрим, будет ли он улыбаться после 13 часов полета. Ну что, прилетели. Погода хорошая, океан не буйный. Осталось, чтобы багаж долетел, да? Паха нормально? Ну, Паху не кормили в этот раз. Он ехал на багажной полке, покормить его не стал. Сейчас посмотрим, что нас ждет. А ждет нас прекрасная соленая вода. Паха, пойдем купаться. Ах, какая погода. Кто первый будет купать, Паха? Ну, желающих нет, да? Желающих искупать нашего Павлика нет. Ну ладно, Павлик. Все будет нормально. Лонг Бич. Длинная сука. Идем и работает Паха в мячик. Баскетбол ждет. На пляже как раз само то. Вот такой видон. Ты меня понял, братан? Паха, ну твой бросок. Давай. Опа. Раз, два, оп. Ё-моё. Паха, ну ты как обычно. Третий ты обязан попасть. Давай. Давай, братан, давай. Паха не может, Паха, ну как ты так? Пашка, Пашка, братан, соберись, соберись, мы должны выиграть. Пашка не может, я могу. Паха! Паха, смотри, давай, надо! Ну что ж такое? Ну что, тебе нравится Лос-Анджелес? Не очень, говоришь? А что не нравится? Кормят мало. Так мы идем есть сейчас. Пойдем поедим. Нормально тут. Кино снимают. Может, тебе это очки купить, Пах? Нет? Ну ладно. Я так и думал, что тебе не снимать. Нормально. Ну что, будем выбирать очки. Что, такие?
Паха. Паха, ты прямо красавчик. О, вот это нормально. Да. Огненная фотка. О, вот это нормально. Ништячок. Опа. Паха, это веселка. Опа. Вот так. Паха с тобой? Да. Нормально. Ну что, Паха, пойдем испортим твою фигуру. Заходим. Паха, испортим тебе фигуру еду из Макдональдса. Да нет, на самом деле кофе не помешает. Взяли немножко кофейку, сейчас пойдем кофе, пойдем гулять. Да, посмотрим звезды. Какая тебе звезда больше нравится, Паша? Кто, Шварценеггер лучше или Мерлин Монро? Ну, я знаю, что Мерлин Монро, конечно, будет доминировать, это однозначно. Пашка, опять на девчонок западаешь, да? Она уже замужем, все уже, поздняк, пахан. Чего, улыбаешься? Заигрываешь? Уж какой. Паха, что ты думаешь? Трамп нам поможет? Братан, что, будем гири развивать, нет? Что скажешь, Пахе? Пахе пообещаю? Что смотришь? На Олимпийские игры поедем, говорю? С гирями поедем на Олимпийские игры? Нет? Ну ты даешь, смотри. Паха уже готов. Он уже готов ехать. Паха, что за мистика? Смотри. Краник. Обрезаны. Течет вода. Вау. Слушай, не трогай. Варвары. Вот так и живем. Везде обман в этой Америке. Паха не удержался. Залез на крышу. Гуляем. Ну что, Паха? Идем в футлокер, подберем тебе нормальные шузы, чтобы ты не потел, братан. Тебе за это тоже Оскар дадут. Представляешь, что будем делать? Так. Паха, пока звезда пустая, давай рисуй свое имя быстро. Давай, пишем. Паха. Па-хе. Ха. Все, Паха. Твоя звезда, короче, выкупай. И вот приближаемся к какой-то башне. Голливуд написано. Hollywood Walk of Fame. Все, Паха, нормально? Чувствуешь? Хорошо после прогулки? А я не знаю, тут, похоже, начинается она. Типа что? Да. Здесь отсюда начало. Есть пустые звезды, Паха? Есть. Поэтому в следующий раз, я думаю, что ты будешь суперзвездой. И мы внесем твое имя вот в эту пустую страницу. Паха, ну чё ты? Как думаешь, купим такую тачку? Будем путешествовать в следующий раз, да? Особенно нормально, вот этот графинчик смотрится прям вообще топово.
думают, как стать звездой. А я вам скажу, все просто. И скоро я не стану. Ты просто со звездой ходил все это время. Братан. Паху завалили немножко. Паха, ну прости. Че, Паха, нормально тебе кепка подойдет? Нормально подойдет, да, братан? Не, не твое. Смотри. Вот так вот живут. Паха, ты готов? Вот так вот. $5. Фоткаться. Пах. Пах, споем, да? Давай. Я ни одной песни Майкла Джексона не знаю, поэтому походу, блин, не споем. Ладно, в следующий раз. Пошли дальше. Вот это клевое место, где ладошки всех людей, ноги. Хоба! Не вошло. Паха, ну-ка, может, ты наступишь, войдет. Паха что-то пригрустил. Дел приуныл. А кто у нас тут есть? Не знаю, половину. Но ничего страшного. Может, Паха знает. Thank you. All happens. Сколько народу, прикольно, да? Плиты. Вообще класс. Не помню, где Шварценеггер, но сейчас мы его найдем. Вот Мишка Дуглас. Мишка Дуглас и Пашка наш, российский. С Мишкой Дуглас. Такая вот классная, конечно, аллея. Прямо супер. Пашка, ты бы хотел оказаться в Китае? А вот там уже Китай. Смотри, раз и Китай. Оба. И весь Китай в студии от Universal. Вот так бывает. Сегодня мы тренируемся вот в этом классном кроссфит-клубе в Лос-Анджелесе. Пойдем. Сегодня покатаемся на концепте, потягаем гирьки, поприседаем со штангой, то есть будет очень жарко. Погнали! Паха, ты рад вообще, что ты, мы в клубе как бы, что будем тренироваться, вообще, как ты считаешь? Классно, нет? Паха, конечно, я думаю, рад. Не сильно, правда, счастлив он. От этого. Ну, как бы, я думаю, что нормально. В теме, поэтому поедем завтра покорять Лас-Вегас. Как бы не картинка, а заглядение.